Доброго времени суток, дорогие зрители и подписчики канала, с вами Локи, и сегодня у нас в преддверии товарищеского матча между Польшей и Россией. Вы, друзья, в комментариях пишите свои прогнозы на эту игру, как вы считаете, с каким счетом она завершится и кто победит, ну а позже мы узнаем, каким результат будет в жизни. Составы предугадать на этот прогноз было очень сложно, они могут быть абсолютно любыми. Но те, что были в интернете, мы, ребята, выстроили сегодня на прогноз и посмотрим, как он сложится у нас. Давайте начинать. Звучат гимны. И с центра поля эту встречу начинает сборная Польши. Поехали. Первая атака сборной России. Пока что на правом фланге пытаются футболисты России разыграть комбинацию. Александр Головин, Артем Дзюба. Получится ли пробить по воротам? Дзюба выкатывал партнеру, но в итоге передача до него не дошла, и поляки спокойно выходят из обороны в атаку. У нас 17 минут позади, пока что игра складывается довольно спокойно, ни одна из команд не форсирует события, но они, в принципе, не нужны. Эта товарищеская встреча здесь, может быть, не так важно, кто выиграет, а важно потихоньку набрать игровой ритм перед Евро. Заброс на Ионова, 22-я минута и офсайд. У нас 25-я минута, игра продолжает протекать довольно спокойно в центре поля. Кстати говоря, по статистике, последние матчи между этими командами складывались все с ничейным результатом. Где-то была боевая ничья, например, со счетом 2-2, а где-то просто игра заканчивалась 0-0. Но вот сейчас сборная Польши потихоньку начинает подходить к штрафной соперника и посмотрим, дойдет ли дело до опасного удара. Удар по воротам есть, рикошет, и здесь Шунин спокойно забирает мяч в руки. Ну а вот и первый опасный момент. Мяч попадает в штангу. Поляки создали неплохой момент. Пошла подача в штрафную. Головин не добрался до мяча. И у нас концовка первого тайма. Начинается второй тайм. Чуть поопаснее. В первом тайме была сборная Польши. У них было как минимум попадание в штангу. А это весьма опасный момент. Сборная России тоже пыталась что-то предпринять, но до опасных ударов дело не дошло. Посмотрим, чем нас порадуют вторые 45 минут. 59-я минута, снова сборная Польши в атаке, неплохая передача в центр штрафной. И 1-0. Поляки выходят вперед на 60-й минуте. Здорово разыграли, проникающая передача в штрафную. Выкатывают под удар и без каких-либо проблем шестой номер сборной Польши отправляет мяч в дальний угол ворот сборной России. Еще одна атака сборной Польши, но здесь успели справиться защитники сборной России и в итоге пытаются выйти в контратаку. Начались последние 15 минут, сборная России пытается пойти вперед, пытается отыграть пропущенный мяч, который забили поляки, но пока до опасных моментов дело не доходит. Головин, Дзюба. Играет пяточкой Роман Зобнин. Снова пытался выкатить Дзюбе, но пас не прошел, и поляки отбились. Последние минуты этого матча арбитр добавил одну минуту. Сборная Польши снова в атаке. Переиграли уже добавленное время. И, видимо, на этом все. Сборная Польши в нашем прогнозе побеждает со счетом 1-0. Я думаю, здесь вряд ли уже будут какие-то удары. Да, так и есть, звучит финальный свисток. Вы, друзья, в комментариях пишите свои прогнозы, поддерживайте видео лайком. Ну а с вами был Локи, огромное спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся, пока-пока.